Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой и крутой карты в Майнкрафте. Это вторая часть наркоманской карты, которую мы проходили совсем недавно. Почему наркоманской и что там произошло, вы узнаете чуть позже, после того, как мы полноценно начнем видео после приветствия. Поэтому, ребята, я хотел бы вас очень сильно попросить поставить лайк. Чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Все, что вам нужно, это потратить одну секунду на то, чтобы поставить лайк. За это я скажу вам большое спасибо, тем самым выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Только за то, что вы поставите лайк. Да, ребята. Каждый подписчик для меня как друг. Я люблю и уважаю своих подписчиков. Поэтому, кто еще не подписан на мой канал, я приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Все, что нужно, это просто на меня подписаться. За это я также скажу тебе большое спасибо. Потратить 2 секунды на лайк, на подписку. Ребята, за это вы действительно сделаете меня прям намного счастливее. И честь благодарности я выпущу для вас новое видео, новую серию как можно быстрее, ребята. Это все. Это все, что вам нужно сделать, и я вас реально прошу. Но мы больше не будем тянуть и сразу же будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, мы начинаем. Это вторая часть карты, оригинальное название «Долина». Почему я сказал то, что она была наркоманская? Потому что тут просидело много странных вещей. В первой части мы пытались найти выход с этой долины, где сейчас мы живем. Мы пытались что-то сделать, что-то найти, но ничего не нашли. Все, что мы сделали, это мы просто обрушили туннель. И в принципе в этом была и суть всей карты. Мы целую серию тут ходили, пытались что-то найти, и в конечном итоге мы все-таки взорвали вот этот туннель, и сейчас мы пойдем сквозь него, потому что мы все-таки нашли выход через эту долину, точнее, с этой долины. Тут у нас был бомж, который жил в канализации, но почему-то создатель решил то, что в этой серии его лучше убрать. Ну, пускай будет так. Но перед тем, как мы пойдем все-таки через этот туннель и посмотрим, что же нас там ожидает, может, зомби-апокалипсис какой-то или еще что-то, давайте почитаем то, что нам написало в чат. Я говорю, это был какой-то очень странный сон. Кто-то взорвал туннель. Дейзи имела какой-то пазл. И этот странный чувак, Фламмер, который вот жил в канализации, он тут жил. И в принципе сейчас мы туда не можем пойти посмотреть, все же там он остается или куда-то он убежал. Потом, сейчас я пойду в супермаркет. Через, точнее, из этой долины. То есть у тебя в деревне даже супермаркета нет. Вообще никакого магазина нету. А, ладно, пойдем в супермаркет. И мне нужно немного денег. Я приготовлю самый лучший суп во вселенной. Поэтому, ребята, мы сейчас и пойдем в супермаркет и посмотрим, что же там мы можем купить. У нас есть, кстати, один деревянный меч. $17. Нифига себе, потому что, как вы видите, одна бумажка это $1. О, это хороший день, я должен сказать. Что происходит? Почему дверь закрывается сзади меня? Мне нужно пойти назад. Но в первую очередь я пойду к механику в город. Это реально очень странно, почему за нами закрылась дверь. Офигеть, то есть, как вы видите, уже наркомания начинается. Я не знаю, что это такое. Давайте мы сначала пройдем в город через вот эту арку и посмотрим. Так, что у нас тут пишет? Город, то есть путь в город, а тут у нас... О, магазин конфеток. Но как нам нужно пойти в City Hall, то есть вот тут он. Да, круто. Город, to the city. Ну, хорошо, сейчас пойдем. Town info, информация о городе, но я не вижу тут никакой информации. Окей, в город, в супермаркет. Мы идем, конечно, мы пойдем и посмотрим, что же нас ожидает в этом супермаркете. Что это у нас? Ресторан Эмма. Чё, закрытый ресторан? Нифига себе. Может, ресторан все-таки на втором этаже, потому что первый этаж никак не смахивает на ресторан. Это как будто какой-то, я не знаю, ломбард нафиг, а не ресторан. Так, опа, супермаркет открыто. Привет, привет. Хм, здесь никого нету. Хорошо, написано же open, точнее открыто, поэтому мы зайдем и купим то, что нам нужно. А точнее мы купим овощи и также воду. Ты у нас что, вегетарианец нафиг? Дальше, что у нас тут есть? Ничего у нас тут нету. Так, вода и молоко, рыба. Нет, нам нужна вода, тут у нас ничего нет, мясо, мяса нету. Так, нам нужна вода, давайте мы в принципе сразу же всю возьмем, вот так. Молоко мы не будем брать, потому что молоко нам не нужно. Мы же будем делать
супчик. Дальше, что у нас тут есть? Тут у нас есть овощи, тут у нас есть фрукты. Ого, золотое яблочко я просто так возьму на всякий случай. Тут у нас, ух ты, я возьму, ребята, вот это и вот это. В конце серии я поделюсь с вами печеньками, да. Также у нас сейчас тут есть фрукты, мы сразу же все собираем и потопаем дальше. Платить тут. А как мы заплатим, если тут кассира нету? Я должен оставить 5 баксов в... Ага, и пойти домой. Пускай будет. Мы оставим вот тут 5 баксов. 1, 2, 3, 4, 5. В воронке 5 баксов оставили, все? Да? Так, мне нужно пойти и купить немного конфет. Ребята, мы видели магазин конфет, который был у нас по пути. Магазин конфет, да. По дороге домой. Тут, кстати, больше ничего нету. Нет, ребят, как видите, мы даже дальше не можем пройти, потому что тут есть невидимая стена. Ну тут так круто, так много новых домов. Может, я бы тут что-то нормальное нашел. Может, я бы тут новых друзей нашел. Но, к сожалению, нет, потому что там невидимая стена. Зараза, кто делает эту карту, а? Не даст нам даже подружиться с новыми людьми. Но все же, ребята, мы идем в магазин конфет. Сейчас накупим конфет, накупим. Посмотрим, что у нас тут есть. Тут ничего. А может какие-то секретики, фиг его знает, да? А, магазин конфет. Конфет. Что за... Так, первое. Двери за мной закрылись. Потом, никого не было в супермаркете. Сейчас я закрыт в магазине конфет. Я должен вернуться в мою долину. Но как? Мария, Данкан, их... Кто это нафиг там такой? А, берем быстренько и одеваемся. Быстро. Так. Привет. Привет, Пигмен. Привет, скелет с бож... Ребята, если вы знаете, что это за ютубер, я не буду вам говорить, это для вас загадка на эту серию. Если вы знаете, что это за ютубер, напишите в комментариях, если вы все-таки поняли, кто это такой. Это, ребята, Данкан, да? Это Данкан, о котором мы только что говорили. Данкан. И, кстати, я сейчас тут вижу зомби, и это похоже... Это Мария! Это старушенция, которая умерла... В предыдущей серии мы только что зашли в ее дом, ну, в предыдущей серии, спросили, как у тебя дела, нормально, давай пойдем на второй этаж, я тебе там что-то покажу. Как-то это двусмысленно прозвучало, но все же, она поднималась на второй этаж, по лестнице, пум, и умерла. Я не представляю, как это произошло, может, ей вспомнила что-то, может, мне срочно нужно умереть, и умерла. Не знаю, но все же это реально было странно. И сейчас она опять ожила, но в виде зомби. Что это нафиг за магазин конфет? Это как будто мы в животе, я не знаю, в животе какашки. Потому что это реально какая-то какашка нафиг. Что такое, что нам чат написала? Что за фиг и что это за коридор? А что это такое вообще? Я реально думаю, это не лабиринт, это реально коричневые стены. Это как будто, я не знаю, какашка. Вот честно, какашка, да и все. О, выход. Ах. Да. Мы зашли в магазин конфет. Он закрылся. Сзади нас появился бедрок. Потом мы блуждали в желудке какого-то тролля, который только что накушался какашек. Сейчас мы нашли выход, и выход нам показывает то, чтобы мы спрыгнули вниз неизвестно куда. Ну давайте. Это как, знаете, как хоррор-фильмы. То есть кто-то что-то увидел, что какое-то там привидение или что-то там зашло в дом. А давайте мы последуем за ним и посмотрим, может, он нам конфеточки принес. Ага, конечно. Привет, нам тебя бить нужно. О, это ты опять. Да, это я. Я видел тебя в твоей последней... В твоем последнем сне? Последнем сне? О чем ты говоришь? А ты не знаешь, ты имеешь редкую болезнь. Я выявил это, когда я изучал тебя... В канализации. Это тот бомжара, который жил под нашей деревней, о котором я говорил на начале этой серии. Это сон? Так, и что сейчас? Я сейчас сплю, и как мне проснуться? Так, это очень просто. Все же тебе нужно это умереть. Ну ладно, допустим. Найди способ для того, чтобы умереть. И после этого ты проснешься. Я помогу тебе. Пройди через вот этот коридор и увидишь, что там с тобой произойдет.
это как будто какой-то ужастик для придурков. А прикиньте, если он сейчас нас обманывает. Если это все же не сон, если мы живые люди, если мы сейчас живем, а не спим. И просто он нас обманывает то, что мы спим. Мол, говорит, чтобы проснуться, иди и умри. После того, как ты умрешь, ты проснешься. А мы такие идиоты, что мы поверили то, что мы спим, идем, убьем себя и не проснемся, потому что это нахрен не сон. Прикиньте, если бы это реально так было. Флюмер, это бомжатник, который... Это, походу... Привет. Он, ребята... Он наукой занимался в канализации. И вы хотите, чтобы я ему поверил? Бомжу, который занимался наукой в канализации, который говорит то, что мы спим? Ну, выхода у нас, в принципе, нету, поэтому мы будем следовать его инструкциям. Это несложно. Все, что мне нужно, это спрыгнуть с большой высоты, умереть и проснуться. Круто. Спрыгнуть? Ну, в принципе, да. Это круто. Спрыгнуть. А, ребята, у вас были такие сны, когда вы, например, откуда-то... Вот напишите в комментарии топ-2 самых частых снов, которые вам когда-либо снились. Вот честно, мне будет очень сильно интересно, потому что я даже сейчас с вами поделюсь своими снами. Первый сон — это когда ты падаешь с какой-то большой высоты, падаешь, и как ты уже когда почти что... ударился об землю, ты сразу же просыпаешься. Было у вас, ну вот 100% у вас такое когда-нибудь было. И второй сон, который меня прям нереально бесит, вот так бесит, что я просто не могу это описать. Когда ты от кого-то убегаешь, ты бежишь, но ты стоишь на месте. Ты вроде бежишь со всей мощи, бежишь, но пробежал ты, может, там 2 сантиметра. Бежишь не знаю как, а чувак, который сзади тебя гонится, за тобой гонится... Ступил один шаг и уже тебя догнал. Вот этот сон меня нереально просто бесит. Поэтому, ребята, я с вами поделился. Напишите в комментарии, какие сны вы самое больше ненавидите и какие сны, можно сказать, вы даже любите. Ну, когда там какая-то тёлочка снится, да, что-то в этом роде, даже наушники слетели. Поэтому, ребята, напишите. Но сейчас нам нужно прыгнуть. Ну что-то мне кажется, что мы не умрем, если мы отсюда прыгнем. Ну, почти. Так, что нам нужно? Так, а мне в чат не написало то, что мне нужно. Ага, окей, спокойно. Что там такое внизу? Прыгаем, то есть мы уже прыгнули. Ага, я знаю, что это такое. Мне нужно скрафтить ТНТ для того, чтобы я себя взорвал. Чувак, ты прям мозговитый, вот честно. Я не знаю, как даже это описать. Тебе какой-то бомжатник сказал... Бомжатник, который представил себя как ученый, сказал тебе, чтобы ты себя убил, для того, чтобы ты проснулся. А ты даже до этого не знал то, что ты спишь. Это просто охренеть. Куда, мать его, пропал песок? Мне нужно скрафтить ТНТ, а Майнкрафт залагал, и песок, который мы скопали, куда-то исчез. Где же мне теперь песок достать? О, я достал песочек. А где? Я вам не скажу, где я его достал. Но сейчас, ребята, мы скрафтим ТНТ. Оп. Скрафтили. Замечательно. И сейчас, да, мы его ставим и сразу же поджигаем, я надеюсь. Да? Пока. Прям подлетели. Все. Это все? Это конец? Я знаю то, что это не самая крутая карта, которую ты когда-либо играл. Но это его вторая карта, которую он когда-либо создал. Это Adventure карта. Спасибо за то, что ты поиграл. Круто. Ну... Он, честно, или этот чувак просто издевается, или он никогда не знал делать нормальные концы для карт. Потому что в предыдущей части этой карты конец реально был убогий. Ну не то, что убогий, прям конченый. Ну в смысле, идиотский.
Этот чувак сам себя превзошел, потому что с новыми частями этой карты конец становится только конченее, конченее и конченее. Я не знаю, будет ли третья часть этой карты, будет ли нам опять что-то снится, я не знаю, ребята. Но я скажу вам большое спасибо, если вы поставите лайк за прохождение этой карты. Да и не только, ребята, чем быстрее мы наберем... Это, кстати, как карта выглядит. Чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, ребята. Когда она выйдет, зависит только от вас. Чем быстрее наберем, тем быстрее выйдет. Я, ребята, в это верю, то, что мы все же сможем набрать как можно быстрее. Поэтому, ребята, потратьте одну секунду для того, чтобы я выпустил для вас новое видео. Не так-то это и сложно. Я за это вам скажу действительно очень большое спасибо. Также не забываем подписываться на мой канал. Как я уже много раз говорил, каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Вам тут всегда рады, поэтому, ребята, вступайте. И просто-напросто станьте моими друзьями. Секунда на лайк, секунда на подписку. 2 секунды нужно потратить для того, чтобы сделать мне действительно приятно. И для того, чтобы я выпустил для вас новое видео как можно быстрее. Не так-то это сложно, а если честно, даже очень круто. Я говорю вам большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Потому что не все досматривают, многие перематывают, многие выключают. Кто досмотрел, тот действительно большой молодец. Сегодня мы будем прощаться, но не расстраиваемся, потому что мы встретимся в следующем видео. Когда оно выйдет, зависит только от вас. Да, ребята, приходите смотреть, я всегда вам рад, не стесняйтесь. И я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.